им за наше чумовое приключение. Эмили, я не полечу в Южную Америку. Прости, что? Моя группа сейчас на взлете. И нас с парнями ждет целая куча кисок. Ирисок. Нет, кисок. Прости, что перебиваю, но ты вроде сказал... Ирисок. Кисок. Я так поняла. Бедняжечка, выглядишь ужасно. Ну, спасибо. Вместе мы справимся. Ты меня задушишь. Прости, да. Мам, ты была такой зажигалкой. Пакуй шмотки, мы летим в Южную Америку. Исключено. Такие поездки нужно минимум года за два планировать. А зажигалка-то совсем потухла. Не гони, дочь, а я ходила на модные курсы лепки. Та-дам! Я же просила не напоминать. Ты слепила настоящий из чадь яда. Ладно. Ола, брой на фамилию Миддлтон. Что это? Это на ядрах чья? О, кто надрочил? На ядрах чья? Чья? Сперму тут не подают, я сама. Ты чего вырядилась пчеловодом? Солнце — это зло. Мам, ты пол тюбика выдавила. Остановись. Сегодня будем тусить. Нет, я точно пас. Ты пропустишь все веселье. Чего ты вечно такая зануда? Привет, я Джеймс. Это не то, что ты подумал. А я решил, будто ты моешь вагину в раковине. Мне очень нужно это приключение. Где это мы? На дороге садов. Зачем вы сюда прилетели? Это она, мистер. Ради новых впечатлений. Я не говорю по-испански, но знаю, как меня называли в ресторане. Пута. Что значит принцесса или красотка? Нет, или... это значит шлюха. Теперь дошло. Я вытащу нас отсюда. Держись, мам! Нас губят! Мам, ты просто огонь! Я знаю того, кто позаботится о вас. Попахивает сексуальным рабством. Молчи, мам. Им нужны красивые молодые женщины, вам ничего не грозит. Как? Да ты спишь и видишь, как бы нас трахнуть, пацан. О нет, упаси Господь. Вы как расплавленные свечки.